Когда покажется тебе твоя судьба невыносимо трудной и суровой, ты не спеши роптать, что жизнь плоха. Смирись душой пред волей Божьей. Мы люди часто таковы, нам хочется здоровья, счастья, мира. А если Бог нам посылает скорби дни, мы сразу же теряем свои силы. Нам хочется, чтобы было хорошо, но почему мы так не замечаем, как много есть живущих тяжело, годами целыми, которых мы не знаем. Так много есть прикованных к постелям, тяжелым недугом на многие года, а мы лишь на недельку заболеем и тут же ропщем иногда. Когда ты видишь, что идет калека, кто вынужден ходить на костылях, ты не забудь прославить Бога, что ходишь ты всю жизнь на двух ногах. Вот палочкой стучит слепой прохожий, не видя в своей жизни ничего, не знает он ни цвета неба, и даже матери не видел он в лицо. И как ты думаешь, за что такая доля? Ведь он не хуже, не грешнее всех. Мой друг, чтоб за глаза ты славил Бога, для всех, кто видит, он пример живой. Благодарил ли ты Творца, что можешь ты слышать звуки или говорить? За то, что дан тебе и слух, и голос. А вспомни, сколько есть глухонемых, для них ничто прекраснейшие звуки, их жизнь течет в безмолвной тишине, и мы имеем все, но перед Богом, наверное, редко благодарно шлем мольбе. На свете и безумных очень много. О, какие жизнь безмерно тяжела! Благодарил ли ты, что от пророка хранит твой разум Божья рука? Мы с легкостью от Бога принимаем Ему охрану, милости, плоды, и часто так Его не проставляем, где ждет от нашей искренней мольбы. Оно нам кажется порою незаметным, что Бог нам чудо многое дает, поэтому для нас живым примером людская боль бедой вокруг встает. Запомни это, помни эти взоры, не оживляющийся глаз слепых. Запомни это несмываемое горе на лицах всех увеченных, больных. В житейских трудностях, заботах, огорчениях ты не ропщи и не кляни судьбу. Те люди свою жизнь без промедления охотно бы сменили на твою. Если у тебя есть тоже трудность, и если ты всю жизнь несешь свой крест, отчаиваться все-таки не нужно, а нужно славить и за то, что есть. Бог иногда нам скорби посылает, чтоб нас проверить, чтоб смирить сердца. Через них Он часто души нам спасает, чтоб не надеялись мы только на себя. Он нам сказал, что были мы довольны в любых превратностях своей судьбы, и слово это мы охотно, добровольно исполнить свято на земле должны. Слава Богу!